педиатра, мама сказала, что нужно развивать жевательные навыки, Роберты. Мы купили ему печенье. Внутри там 6 порций, по 2 штуки, 12 печенек. Вот. Так они упакованы. Внутри печеньку. Роберт, слышишь, есть печенька? Держи. Печенька. Малыш, тебе нравится? Там печенье детское с яблочным соком, без добавления сахара, без молока и яиц, без палёного масла и на целом зерне. Ну вот, он так достаточно хорошо пережёвывает, кушает с удовольствием. Вообще сегодня очень много гулял, ходил по парку южных культур в Сочи. Осень очень приятная, где-то градусов может быть 18-20, пока еще не похолодало. Вот мне тоже достался кусочек от Роберта. А, вкус такое, слегка сладенькое печенье. Как полдник хорошо. Имеет такой на послевкусие ярко выраженный вкус яблока. Не приторная, конечно. Просто вкусная печенька. Роберт, приятного аппетита!